то, что вы сегодня достигли, это вызывает восторг. Сегодня и вы, и ваши родители, ваши члены испытывают то самое чувство счастья от хорошо сделанного дела. Живите, любите, будьте счастливы, у вас все обязательно получится. 72 выпускника получили свои медали и аттестаты из рук главы Ленинского городского округа. И этот факт подчеркивает гордость всех жителей муниципалитета за тех, кто собрался в зале историко-культурного центра. Они получили высшие баллы на ЕГЭ, но для многих из них это не окончание пути, а его важная промежуточная точка. Больше всего понравилось готовиться к выпускному, готовиться к экзаменам, потому что за это время я прям углубленно погрузилась в каждый предмет и получила очень много знаний, которые, уверена, мне помогут в высшем учебном заведении. Выпускники отмечают, что единый государственный экзамен – это испытание не только воли и знаний, но и психики. Самое сложное для многих было поверить в себя и в свои возможности. Сомнения всегда были, потому что когда-то что-то не получалось, опускались руки, но каждый раз заново начинали. Особо отметили тех выпускников, кто получил на экзаменах 100 баллов по какому-либо предмету. Мария Усанова показала такой результат сразу по двум предметам – русскому языку и литературе. Хотя позже призналась, несмотря на плотную подготовку, это стало для нее сюрпризом. Я знала, что я напишу хорошо русский, литературу, ну, просто потому что это мои предметы профильные, и иначе просто быть не может. Но когда я узнала, что у меня первая сотка, вторая сотка, естественно, это был просто восторг. Потому что я была не уверена, что у меня будет идеальный результат, но я знала, что он будет хорошим. Медали за особые успехи в учении, аттестаты особого же образца, которые ребята получили сегодня, это, кроме прочего, показатель слаженной и продуктивной работы учеников и их учителей-наставников. Результат того, как с ними, с этими детьми работали педагоги, ну и, конечно же, результат их стремления, их академической успешности, трудолюбия прежде всего, умение слушать то, что говорит учитель, и четко выполнять поставленные задачи. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.